Ясис, здравствуйте. Меня зовут Татьяна Карадима. Я художник и преподаватель изобразительного искусства здесь, в Греции. Уже на протяжении некоторого времени сотрудничаю с организаторами международного конкурса Golden Time в роли критика, за что им очень признательна. Также следует выразить благодарность организаторам в уникальной возможности, которую они предоставляют вам участвовать в конкурсе и проявлять свой талант и свое мастерство. На этот раз были предоставлены работы, выполненные мастерами, художниками, профессионалами в различных техниках, в различных стилях, различными художественными материалами и на разные темы. Некоторые художники предоставили несколько работ. Работы на высочайшем уровне и не могут не заинтересовать. В наше время существует много различных видов изобразительного искусства. Талант человека сочетается с технологиями, создавая новые направления. Часто искусство – это способ самоутверждения, сказать что-то всему миру и проявить себя. Это как послание в будущее. На мой взгляд, и это было основным критерием моей оценки, картина не требует слов. Каждое творение имеет свою цель – ознакомить, научить, побудить к размышлениям. Хочу представить к вашему вниманию работу, которая была мной оценена максимально. Работа под названием «Прекрасная юность», прекрасная техника, уникальная идея и, естественно, очень богатое содержание. Эта работа заставляет задуматься, наверное, каждого из нас. Работа оценена мной в 10 баллов. Работа Оксаны Ползиковой. Несколько работ, которые меня заинтересовали, к вашему вниманию. Работа Натальи Егоровой «Зима», живопись, масло. И, естественно, чувствуем эту атмосферу, холодные тона, чувствуем этот холод. Опять, очень интересная работа. Посмотрите. Невозможно пройти равнодушно и не обратить внимания на это произведение искусств. Каала, Австралия, прекрасная идея, выполнение техника меха животного, уникально, замечательно. Еще одна работа, работа под названием «Дождь», Коласанна, оценена мной в 9 баллов. Интересная техника исполнения, неординарная. Еще одна из работ – «Лошадь», Наталья Жужко, 8 баллов. Интересная идея. И несколько имен к вашему вниманию. Иволга Татьяна, Кунсин Владимир, Ковалева Анастасия. Здесь следует отметить, сказать пару слов. Анастасия выбрала технику исполнения своей работы, аэрографию. Эта техника сложная, но дело в том, что здесь немножечко нужно, мой совет, обращать внимание на видео, которое вы отправляете. Это видео было немножко утомительным. Работы прекрасные, молодцы. В заключение хочу пожелать всем удачи и всем участникам конкурса новых успехов в творчестве, в своей творческой деятельности. До новых встреч, до свидания, пока, привет из солнечной Греции.